Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я хочу вам показать классный виджет, который позволит добавить плюс 5 эффектов стандартному слайд-шоу библиотеки мини-приложений в Adobe Muse. Все мы знаем, что в обычной библиотеке вот слайд-шоу есть всего два перехода: выцветание по горизонтали, по вертикали, по сути два эффекта. Так вот, благодаря специальному виджету мы можем получить, посмотрите, замечательные 5 эффектов. Можно простым действием, без лишних напрягов, установить ваш слайд-шоу. Не правда ли замечательно? Давайте рассмотрим данный виджет. В библиотеке данный виджет, смотрите, имеет вот 5 эффектов. Смотрите, если вам нужен какой-то только один эффект из 5 предложенных, то вы должны вот здесь вот по названию выбрать данный эффект и просто перетянуть его на ваш холст и оставить его лежать рядом с вашим слайд-шоу. Неважно, в принципе, где он будет находиться. И здесь, в принципе, вы можете потестировать, какой эффект как происходит. Если по названию вот эффекта вы не понимаете, какой эффект будет показан, просто вот здесь в списке можно выбрать. И будет показан только один эффект. А дальше у каждого виджета здесь есть, практически у каждого, есть такая настройка секции. Что это такое? Вот эффект происходит, например, из как бы 10 таких вот полосочек он появляется, да? То есть вот здесь можно управлять. Уменьшить или увеличить, чтобы изображение разбить на более количество секций, так сказать. В принципе, вот здесь вот по настройкам все. Но если же вы хотите сразу использовать все эффекты, чтобы они рандомно друг за другом сменяли друг друга, да, то есть фотография меняется, и с каждой новой фотографией происходит новый эффект, тогда вы не используете такой виджет. Здесь в самом конце есть вот такой элемент, вот его название. То есть остальные все это одиночные эффекты, а вот один вот такой есть, посмотрите его настройки, он имеет в себе все 5 эффектов. И также здесь есть управление секциями для всех эффектов. И даже здесь вы можете определить, например, какой-то эффект исключить или эффекты, просто сняв галочку. В принципе, все, я просто перекинул виджет рядом. И давайте посмотрим, сработает ли на наш слайд-шоу данный виджет. Вот вы видите, да? Эффекты абсолютно уникальные. То есть другие эффекты. Вот, в принципе, и все. Надеюсь, этот виджет вас очень заинтересовал, потому что многие лендинги используют стандартные слайд-шоу Adobe Muse. Я думаю, что это просто приукрасит вашу галерею изображений. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!